Российско-сербский гуманитарный центр образован 25 апреля 2012 года в городе Ниши на основании соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербии в целях обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других государств Балканского региона. Основными направлениями деятельности Российско-сербского гуманитарного центра являются участие в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание гуманитарной помощи пострадавшему населению, реализация совместных проектов и программ, обучение и повышение квалификации специалистов, проведение испытаний и демонстрация современных средств и технологий. Исходя из направлений деятельности Российско-сербского гуманитарного центра, в его состав входит совместная дирекция, авиационная группа, пожарно-спасательные формирования, отряд гуманитарного разминирования, запасы материально-технических средств. Совместная дирекция – это исполнительный орган центра, который осуществляет руководство повседневной деятельностью, а также силами и средствами в ходе операций. Авиационная группа – это многоцелевой компонент, предназначенный для доставки гуманитарных грузов, команд спасателей, участия в поисковых и других операциях. В состав группы включены самолеты и вертолеты МЧС России и МВД Сербии, а также необходимые средства их аэродромно-технического обеспечения. Пожарно-спасательные формирования – это основа сил центра. В их состав включены наиболее подготовленные подразделения МЧС России и МВД Сербии. Отряд гуманитарного разминирования – это особый компонент центра, предназначенный для выполнения работ по разминированию в интересах обеспечения безопасности населения и выполнения экономических проектов. Запасы материально-технических средств созданы для оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению и обеспечения совместных операций. Содержится необходимое количество палаток, кроватей, одеял, отопительных печей, а также передвижных электростанций, мотопомп, лодок и другого имущества. В состав центра также входят функциональные отделы: оперативно-аналитический, подготовки и применения поисково-спасательных формирований, международного сотрудничества информации, хранения запасов, тылового и технического обеспечения. Для выполнения своих задач центр обладает всеми необходимыми ресурсами и самыми современными образцами техники и оборудования. На его оснащении состоят пожарные автомобили МАН с объемом цистерны для воды 3,6 кубических метров, аварийно-спасательные автомобили, уникальные дистанционно управляемые робототехнические комплексы, позволяющие осуществлять тушение пожаров в зонах повышенной опасности. Первой серьезной проверкой возможностей центра стала совместная операция по тушению пожаров в августе-сентябре 2012 года, когда пожары охватили значительные территории Сербии и других государств региона. По запросу руководства Сербии на аэродром города Ниша была оперативно направлена группировка авиации МЧС России в составе самолета-танкера Ил-76, двух самолетов-амфибий Б-200 и многоцелевого вертолета К-32, которые сразу включились в работу по тушению пожаров в районе городов Пирот, Чигата, Чачак, Прокупье и Ужица. Основные усилия авиации и наземных пожарных команд были сосредоточены на локализации сильных пожаров в районе национального парка Тара. В этот же период масштабные пожары охватили соседние страны региона. По запросу правительства Боснии и Герцеговины туда был направлен вертолет К-32 МЧС России, который в течение нескольких дней в сложных условиях горной местности тушил пожары в районе города Мост. В области гуманитарного разминирования Российская Федерация оказывает содействие Сербии в течение последних 7 лет. Отряд разминирования выполнял работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, сначала на аэродроме города Ниша, а затем в районе города Парачин.
За этот период российскими и сербскими саперами очищено более 4 миллионов 200 тысяч квадратных метров территории. Обнаружено свыше 13 тысяч различных боеприпасов и минометных мин, артиллерийских снарядов, авиационных бомб, в том числе крупного калибра. В настоящий период осуществляется программа по разминированию на период 2013-2015 года. Настоящим испытанием готовности и проверкой возможностей центра стало катастрофическое наводнение на территории Сербии в мае 2014 года. На обращение председателя правительства Республики Сербии Александра Вучича от 15 мая уже утром 16 мая на аэродром города Ниша самолетом Ил-76 была доставлена группировка спасателей в составе 76 человек с техникой, плавсредствами и оперативной группой МЧС России. Прибывшие из России силы были без промедления направлены в город Бреновац. В течение двух суток российские спасатели совершили 335 рейсов в затопленные районы города, эвакуировали 2262 человека, в том числе 604 ребенка. Одновременно из России были перебазированы два многоцелевых вертолета К-32, которые активно привлекались для ведения воздушной разведки зоны чрезвычайной ситуации, а также доставки гуманитарных грузов. Кроме того, в Сербию было направлено 4 самолета Ил-76, которые доставили более 140 тонн различных гуманитарных грузов, в том числе 80 тонн продуктов питания. Совместно с местными органами власти продукты были оперативно доставлены пострадавшему населению городов Шабац, Пожаровац, Лозница, Малый Зворник, Крупань, Любовья, Лайковац и Лиг. В связи с наводнениями Россия оказала большую гуманитарную помощь и государствам региона. В Боснию и Герцеговину на аэродром Баня Лука и Сараево было доставлено соответственно 38 и 40 тонн различных гуманитарных грузов. Исходя из регионального характера своей деятельности, центр оказывает содействие и другим государствам региона. В феврале 2014 года в Республику Словению было доставлено 5 передвижных электрогенераторов мощностью 120 кВт каждый, что помогло преодолеть энергетический коллапс в стране, вызванный ледяными дождями. В начале декабря 2014 года в городе Майдампеке, оставшемся без электроснабжения, центр поставил два мощных электрогенератора и передал 1000 одеял для населения города. Деятельности российско-сербского гуманитарного центра дают высокую оценку руководству России и Сербии, других стран, а также средства массовой информации. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что центр в последние годы неоднократно участвовал в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Балканах. В мае 2014 года российские спасатели помогли эвакуировать жителей затопленных городов. Россия поставила более 140 тонн гуманитарной помощи. Президент Республики Сербии Томислав Николич отметил, что центр с самого открытия с 2012 года оправдывает свое существование. С помощью российской авиации было потушено несколько масштабных пожаров по всей Сербии. В некоторых мероприятиях приняли участие и наши соседи из Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, и это отличный пример наших совместных действий. В апреле и октябре 2014 года центр посетили делегации МЧС России в главе со статс-секретарем-заместителем министра Владимиром Артамоновым. В ходе визита в октябре был также открыт центр управления в кризисных ситуациях, который позволяет решать широкий круг прогнозных и расчетных задач при выработке предложений для принятия решений на применение сил и средств. С 17 октября 2014 года центр посетило более 70 гостей. Руководство сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии, представители Республики Сербской, руководство мэрии города, Нишавского административного округа, Красного Креста, противоминного центра, университетов Ниша и Белграда,
Криминалистическо-полицейской академии, компании НИС, Сербской Королевской академии и другие. В тот же день на объекте компании «Нефтяная индустрия Сербии» в городе Ниши совместно с Красным Крестом Сербии было проведено учение сил и средств по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций. «21 октября 2014 года Центр принимал группу выпускников Управления Генерального штаба Армии Республики Сербии, в числе которых, кроме сербских, были также и представители Боснии, Алжира, Греции и других государств. «26 апреля 2014 года в городе Нише состоялась первая международная научно-практическая конференция в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе конференции подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между Центром, государственными университетами городов Ниш и Белград, а также Санкт-Петербурга и Москвы. «20 ноября 2014 года Центром организован международный научно-практический семинар по теме «Уроки и выводы ликвидации последствий наводнения на Балканах в мае 2014 года». В сентябре 2014 года Центр принял участие в традиционной международной выставке 112 Экспо в Белграде, где представил свою экспозицию современных пожарно-спасательных средств, а также информацию о деятельности Центра по оказанию помощи государствам Балканского региона. Значимым событием в 2014 году стало открытие трех современных специализированных классов подготовки спасателей, пожарных и саперов в университетах Ниша и Белграда, а также Криминалистическо-полицейской академии Сербии. В 2014 году Центр активно осуществлял мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России и в первую очередь Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы, на базе которого прошли повышение квалификации более 40 сербских специалистов. Выполняя свою миссию гуманитарной организации, Центр принимает активное участие в общественной жизни Республики Сербии, сотрудничает с общественными и религиозными организациями, школами, средствами массовой информации. «12 июня 2014 года, в день государственного праздника России, в гостях у Центра побывали учащиеся средней художественной школы города Ниш. 4 ноября, в день народного единства России, гостями Центра были представители городского руководства, административного округа, ветеранских и общественных организаций, Красного Креста, ученики других средних школ». В августе 2014 года автоэкипаж Центр принял участие в многодневной экспедиции по странам Балканского региона, приуроченной к столетию со дня начала Первой мировой войны. Особое внимание Центр уделяет сохранению памяти о советских воинах, погибших в годы Второй мировой войны. 14 октября, в день 70-летия освобождения города от фашистов, прошли торжественные мероприятия по закладке камня памятника советским воинам, погибшим в районе города Ниша 7 ноября 1944 года. За время своей деятельности Центр неоднократно отмечался различными наградами. От Министерства безопасности Боснии и Герцеговины Центр удостоился благодарственной грамоты за активное участие экипажа вертолета К-32 в тушении пожаров в районе города Мостар. Памятную медаль с изображением императора Константина Великого Центру вручил мэр города Ниша Зоран Перешич. За самоотверженную помощь, которую обеспечили российские спасатели и сотрудники, Центр удостоился благодарностью общества сербско-русской дружбы, а также золотой грамоты Сербской Королевской Академии.